Саламатсыз. Келен жоқ па ешкім әлі? А? Митингке кіріп келен жоқ па ешкім әлі? Задержаны на моих глазах две девочки, вот еще одна девочка и три мужика. Ну ладно, вы это где полицейский?
На остановке сколько задержали? Троих, да? Троих, вот такой точно. Да больше? Я когда ушел же с этими женщинами, там сначала троих задержали, потом еще двоих. Где-то 5-6 человек. 5 мужиков, да? Женщины 3. 5 мужчин и 3 женщины задержали у меня на глазах. Мужчины стояли на остановке. Один был на перекрестке возле Министерства сельского хозяйства. А женщин не знаю, откуда привели. ОМОНовцев... ОМОНовцев 30-40... Около 50 ОМОНовцев.
одного из задержанных, когда погрузили в машину, женщина спросила, за что его посадили. Гражданке сотрудник сказал, что он пьяный, хотя по внешнему виду он был трезвый. Еще одну женщину задержали. Две. Три женщины. Отпусти меня, дурной водитель! Еще три женщины. Давай. На ногу наступаешь, братан. Сотрудник не дает мне снимать, препятствует моей деятельности. Наступил на ногу. Провоцирует на что-то. Что вам сказали этот? Убрать меня, да? А, джигтер. Пойдемте к Маубаеву, пройдем. Я поинтересуюсь у него. Пойдем. Маубаеву подойдем. Господин Маубаев! Господин Маубаев, Махамбет Абжан, агентство Костак. Скажите, пожалуйста, ваши сотрудники мне мешают? Ваши сотрудники, говорю, мешают мне снимать. Вы никому не мешаете? Так я никому не мешаю. Ну, вот, никому. Они подходят спиной, на меня нападают. Ну спиной не нападают. Ну вот они нападают. Я вам видео могу показать. Заходите куда, чтобы... Вы дайте, пожалуйста, указание, чтобы они не мешали. Это же тоже статья же. Букслер, да когда в кетку взял? Тоже задерживают с своей стороны. Так, я вижу, что возле Конгресслова еще одну женщину задержали. Тоже подняли ноги и руки. Thank you.
вижу, там еще одного задержали. Малыбаев, нет? Пойдем. Вон этот, короче, вот эти два чувака, я запомнил их, но снял. Они вот так на меня, фук, убирают меня, когда я начал снимать. Я теперь ему говорю, скажите им, чтобы они не мешали. Он говорит, да, я скажу, короче. А, вон, задержание, кажется. Вон тех двоих, а вон еще одного. Сколько людей? Қанша адам бар? Сегіз. Так, кто мог? Сколько людей? Тут есть люди? Задержаны вармы? Да, жопу, на жопу. Ожидай, ожидай.
что у нас при этом Мальчик классный, да? Поймешь, кого тут ловит. Ты спят по-особому. Ты спят по-особому. В ЦУМ забежал кто-то, теперь за ним там чуть ли не половина ОМОНа. Сколько здесь людей? Анзо, класс. Да, я снимаю прямой эфир. Да? Прямой эфир? Ага. Штаб, сарваз 80. Конгресс холл достаточно обрёт, да? Короче, в одном автобусе 9. Так, там где-то 5, там 2, 9, 5, 16. Около 20 человек при мне задержали. Как я понял, есть активисты, которых уже знают лицо, и есть гражданки, есть сотрудники в гражданке, которые знают их уже наизусть. Они просто указывают ОМОНовцам, кого забирать.
На видео можете посмотреть. Они просто выбирали людей с остановки. То есть никто не митинговал. Двоих забрали вон с того места, где я сейчас показываю. С перекрестка оттуда. Троих забрали вон с той остановки. Вон возле того желтого здания еще одного. То есть никто на митинг не выходил. Просто людей забирали. И с этой стороны тоже людей забирали. Так, и вот Алибаева хотят забрать своих байбарьевичей. Вот человек просто так идет. Алибаев Серикбай Борисович, это бывший депутат Мажилиса, оппозиционер, член различных оппозиционных партий. Сейчас он говорит, что шел на почту, но его просто забрали с проспекта Кенесары, с улицы Кенесары. Вон там еще вижу, кого-то забрали через дорогу вверх ногами. У них такая тактика, что голова вниз, ноги вверх. И почему-то они голову именно наклоняют вниз. Сотрудники жестоко сейчас работают, заталкивают машину именно головой вниз, именно не на сиденье, на моих глазах заталкивали, а почему-то именно на пол, то есть головой именно в пол. Заталкивают прям, чуть ли не забивают, как гвоздь. Так, вон еще побежали, видимо, еще кого-то будут задерживать. А вон еще женщин двоих задержали. Так, пойду на ту сторону, через переход. Здесь пока на этой стороне никого не задерживают. Как они там, как у них вообще выбирают, не могу понять. А там, короче, есть у них сотрудники в гражданке, они показывают, кого задержать, они уже знают на лицо. При мне, короче, вот я тут снимал их на прямой эфир. Они подходят, вон, вот того, вон того, вон того, вон того. Я ОМОН забирают. Сколько здесь задержали, не считала? Уже 10, больше 10. Ну там в автобусе 9, сейчас Алибаева затолкали. 10. 10. Ну на 2 граждан, на 4 гражданских еще по 2. Ну, короче, я багана считал, было уже 20. 20 сейчас? Сейчас вот две женщины задержали, вон еще пошли. 22. Так, вот еще двоих забрали.
25, 26. Еще двое. 25, 26. Зачем они их ногами вверх поднимают? А, я ее давно не видел. Где-то был здесь. Да, уходи. Матери подальше. Как раз автобусы не стоят. Около, не около, примерно 26 человек я насчитал задержанных. Тех, кого. А вон еще одного ведут. Со стороны ЦУМа. 27-й, по-моему. Асперу в честь погибшего активиста Дулата Агадиева в селе Талапкер. Однако, как такового мероприятия не состоялось перед Конгресс-холлом, людей начали задерживать на остановках, на перекрестках. Сотрудники в гражданке показывали пальцем на людей, которые сразу же забирали ОМОНовцы. На улице Кенесары, с двух сторон улицы Кенесары стоят автобусы. Со стороны Акимата три автобуса на улице. Еще три автобуса, четыре автобуса, пять автобусов со стороны Конгресс-холла. Остановлю эфир, сохраню. Позже еще раз включу. Не позже, а буквально сейчас сразу же включу.